Вот уже на протяжении 5 лет в КФУ в рамках детского университета обучают маленьких почемучек. Лекции проводятся по темам, которые родители не могут объяснить дома и на преподавание которых в школе не хватает времени. Например, почему звезды падают с неба, почему есть богатые и бедные, почему мне снятся сны. Новый формат общения с детьми пробуждает у многих детей интерес к таким непонятным дисциплинам, как астрономия, археология, философия, медицина и многие другие науки. Мой друг сюда уже ходит не первый год, и они нас позвали сюда тоже ходить в детский университет. Мне очень нравится то, что рассказывают профессора, очень интересно. Лекция запомнилась про как вот не стать ябедой, как в коллективе быть лидером. Еще понравилась вероятность. Например, вероятность, какая выпадет, какое число на кубиках. Ну, я узнал многодумово, например, вот и Китай многодумово. Уже лекция в 2016 была проведена. Мне больше запомнилось, как нас учили запоминать слова. Ну, надо, например, вот слово какое-нибудь на английском. Надо представить, с чем оно связано. Мне больше всего запоминается и нравится у кого-то профессора Николя еще нравится лекции про животных. Потому что мой конек – это биология. 25 декабря малый зал Уникса был наполнен юными студентами, их родителями, профессорами и почетными гостями. На этот раз лекции никто не читал, а подводили итоги проделанной научно-познавательной работы за 5 лет. Детский университет – это непосредственное общение с профессорами университета и студентами-волонтерами, использование интерактивности на лекциях и мультимедийных ресурсов, экскурсионно-познавательные программы. Данный проект поддержан партией «Единой России» и правительством Татарстана. Вы знаете, когда 5 лет назад очень малочисленная группа энтузиастов взялась за это очень интересное, но мы не знали, насколько перспективное мероприятие, мы не думали, что оно выльется в такой грандиозный проект. Мы верили, надеялись, но мы не могли предугадать, как это будет. И поэтому, когда сегодня мы видим наших студентов, которые с горящими глазами, которые с такими очень новаторскими, очень смелыми идеями порой, задают вопросы преподавателей, иногда ставят их, просто вгоняют в ступор. И это, во-первых, стимул для нас развиваться. И сегодня они уже не просто студенты, они магистранты, они у нас юные профессоры, они сами читают лекции. И разве это не есть самая лучшая награда и самое лучшее поощрение для нас, самый лучший стимул для нас? И хочется стараться больше и больше. Говорят, если профессор способен популярно изложить то, как создается сложное научное знание, это показатель его профессионализма. Ведь не всякий большой ученый способен прочитать хорошую лекцию не только в детском университете, но и во взрослом. С поздравительными словами выступил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Вот те горящие глаза, те амбициозные вопросы, те тянущиеся руки – это то, к чему стремимся мы, чтобы как-то подтолкнуть вас к тому большому зданию, которое называется знание, без которого ваша жизнь будет неинтересной просто. Я хочу пожелать вам исполнения всех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили. Также почетным гостем стала председатель комиссии Государственного совета Республики Татарстан Римма Ратникова, которая наградила профессоров почетными грамотами за вклад в детский университет. И, конечно же, не обошлось без поздравлений юных студентов и их родителей. Детскому университету преподнесли сборник пожеланий. В преддверии Нового года студентами Казанского федерального был организован рождественский бал. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.